Тож ми продовжуємо програму «Прайм Аналітика». З вами я, її ведучий Руслан Коцаба. І цієї години зі мною в студії мікробіолог, кандидат біологічних наук Олена Машинець. Спасибо. Та економіст Олексій Кущ. Вітаємо. Добрий вечір. І далі про таке. Де гроші на доплати медикам? Розбираються уряд та президент. Антимонопольний комітет України взявся за епіцентр та нову лінію на 56-й день карантину. Півмільйона робочих місць обіцяють українцям в уряді. Програму готують. Карантин в Україні триває. І всі ми по-різному його переживаємо. Для всіх нас це якесь нове, незручне життя. Наші опитування тривають. Чи втратили ви або ваші близькі роботу під час карантину? Це сьогодні для вас всіх питання для голосування. Активніше голосуйте. Телефони для голосування ви бачите на екрані. А результати вам повідомимо в кінці цієї години. Дзвінки абсолютно безкоштовні. А в Іспанії після послаблення карантину виписали 36 тисяч штрафів. На вихідних людям вперше дозволили виходити на вулицю, тож іспанці почали влаштовувати вечірки та нехтувати соціальною дистанцією. 235 осіб взагалі арештували. Це чи не найбільша кількість штрафів в Іспанії. Приміром, на великодні вихідні таких було 50 тисяч. Як іспанці звикають уже до дозволених прогулянок, розпитаємо українки, котра проживає в Іспанії, Мар'яни Сторож. Вона з нами на скайп-зв'язку. Мар'яночко, доброго вечора. Розкажіть для початку, як послабили карантин і що тепер дозволено? Будь ласка. Так, доброго вечора. Надіюся, що ви мене чуєте. Чую. Звичайно, так, є зміни буквально від 4 травня. Вже можна займатися спортом, тобто вже старші люди, пенсіонери можуть гуляти. Батьки також можуть гуляти своїми дітьми. Звичайно, це все у спеціальний відведений час, якби ці речі. Ви, власне, казали, що після цих послаблень іспанці що, дійсно почали масово, так всі кинулися прямо гуляти і займатися спортом? Ну, якщо чесно, то так, бо я одна з них. Я ніколи не бігала, але в суботу просто не могла втриматися. І, звичайно, пішла в парк для того, щоб зробити ранкову зарядку. Дуже багато людей, насправді. І не можу сказати, чи вони раніше бігали, тому що я якби цим не займалася, не практикувала, але можу сказати, що досить масово іспанці вийшли з дому саме в суботу, 4 травня. Чи були вони всі в масочках? Ну, насправді на вулиці не настільки строго все, але якщо ти береш метро, якщо ти заходиш в метро, то це обов'язкове правило, і за нього можуть навіть оштрафувати, якщо ти не дотримуєшся його. Чи немає у людей якогось такого психологічного бар'єру, адже карантин у вас був доволі жорстокий, причому понад 48 днів? Ну, так, справді можу сказати, що іспанці, вони взагалі такий народ відкритий і дуже до спілкування, якби можуть тебе зачепити чи в черзі, де би ти не був. Але зараз насправді відчувається велика різниця, люди налякані, особливо, коли хтось йде без маски, ну, я це спостерігала в парку, то деякі люди просто, вони відступають, вони просто зберігають цю дистанцію не тільки 1 метр, а можливо навіть 2 і 3, просто, ну, є страх, відчувається, що в людей є страх з цього приводу. Чи є вже якісь дані щодо динаміки коронавірусного захворювання? Ну, взагалі, на даний час, якби я навіть спостерігала сьогодні в інтернеті, що порівняно з вчорашнім днем, попередніми днями, є більше вилікуваних, так, людей. Але уряд говорить про те, щоб внести, якби, цю 4-ту фазу з приводу коронавірусу, і, можливо, він буде продовжений до 24 травня. Тому що якби зараз люди дуже масово почали виходити, навіть буквально в неділю моя знайома була в парку, то міліція приїхала, просто поставила машину посеред парку і людей повністю розігнали, тому що насправді люди дійсно, напевно, настільки, ну, не можуть втримати себе від спілкування, від природи, і насправді це є велика загроза того, що цей коронавірус може в такому випадку затриматися, якби так, як розраховували раніше. Дякуємо, міцного здоров'я вам. Це була українка, котра мешкає в Іспанії, Мар'яна Сторож. А нашим глядачам, я нагадую, ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. І не забувайте телефоном голосувати. Отож, переходимо до обговорення. Пані Олена, до вас запитання, як до фахівця. Ми розуміємо принцип
епідемії, ну тим більше зараз пандемії, бо це в світовому масштабі, що мають перехворіти 70%, виробиться в більшості імунітет, і вірусне захворювання піде на спад. Ну, це принцип будь-якого сезонного захворювання тим самим грипом, так? На що розраховує в даній ситуації українська влада, коли вона вже четвертий чи п'ятий раз оголошує так зване очікування піку? То були за кордону 18 тисяч на Галичину прийшло через польський кордон, до речі, з тої самої Іспанії і Італії. То потім Пасха, то тепер кажуть, що на 1 травня всі пішли на шашлики, знову очікують пік. Да, совершенно верно. Насколько мне известно, сегодня наш главный санитарный врач Лешко объявил, что пиком карантина будем считать 17 апреля. Я не знаю, на какой кофейной гуще они это нагадали. У нас не было ни начала, ни конца. У нас ровная плата. И я думаю, что это в первую очередь ограничено количеством тестов. Их мало, популяция большая. Далеко не каждый больной, тяжело больной, легко больной и носитель потенциально имеет сейчас доступ к ПЦР-тесту, который единственный может сказать, имеет ли место быть вирусоносительство. Поэтому на самом деле действительно, что является пиком, а что является окончанием эпидемии, сейчас сказать нельзя. Поэтому мне кажется, что наш главный санитарный врач берет на себя очень большую смелость. Что касается, я бы хотела несколько буквально слов сказать про действительно ожидания от так называемого социального иммунитета. Честно говоря, по представлением по последним научным данным о поведении коронавируса мы склонны полагать, что все-таки далеко не каждый контакт с коронавирусом у пациента приводит к появлению выраженного иммунного ответа. До 15-20% по-видимому пациентов, которые имели контакт с коронавирусом и им болели в легкой форме, вообще не вырабатывают антитела. Почему? Потому что иммунный ответ срабатывает в самом начале. Так называемый неспецифический иммунный ответ. И вот эти люди не защищены от коронавируса в дальнейшем. Кроме того, мы не знаем на самом деле, насколько эффективна иммунологическая защита, вырабатываемая в ходе заболевания. Есть данные, что пациенты, переболевшие в полном объеме коронавирусом, таки подвержены повторному заражению. Поэтому вирусу мозгового? Он или адаптируется к нам, или мы адаптируемся к нему. И я думаю, что мягкое течение коронавирусной инфекции в Украине во многом как раз и является иллюстрацией этого процесса. Вирус аттенуируется. Мы заболели не вирусом конца прошлого года, начала февраля, а все-таки вирусом, ну, полученным, наверное, уже в марте. Он уже ослаблен, он уже легче, он уже лучше переносится нашей популяции. Дякую. Ну, пане Олексію, до вас не економічне питання, але воно теж з розряду економічних. А те, що влада вже війшла в смак оцими протикарантинними обмеженнями, і так виходить, що для більшості населення України вже стоїть вибір або ймовірне захворювання з 5-відсотковою смертністю на коронавірус, або гарантована смерть від голоду. Ну, дело в том, что я хочу сказать, что вот вспомнили слова главного санитарного врача, и мне это, я сразу вспомнил один такой старый советский фильм, там героиня говорит, представьте, что все уже было. Вот, вот он примерно в таком же ключе и обращается сейчас к украинцам. То есть каким образом можно вообще экстраполировать прошлое, да, пик, которого никто как бы не наблюдал, никто не заметил. Чекай, я пика нема. Да, на самом деле я хочу полностью поддержать коллегу, я сам неоднократно об этом публиковал свое мнение в статьях, и я хочу отметить, что в Украине вообще уникальная эпидемиологическая модель на самом деле, уникальная, ну, в негативной коннотации этого слова, да. Почему? Потому что вот это, каждая эпидемиологическая модель каждой страны, она имеет вот свой национальный график, да, когда видно там пик, плато, потом снижение, да. На основании каких данных вообще в Украине можно построить этот график? Если нет так называемой презентабельной выборки, тот, кто изучал статистику, он понимает, что у каждого, для анализа каждого явления должна быть презентабельная выборка, то есть база данных. База данных в данном случае – это исключительно тестирование населения. То есть у нас нужно было сделать несколько сотен тысяч тестов, чтобы хотя бы понять, в каком русле развивается эта эпидемия. А что мы видим сейчас? У нас, допустим, там чуть более 10 тысяч заболевших, из которых несколько тысяч врачи. То есть если посмотреть соотношение врачей… Каждый пятый, да. Такого соотношения нет нигде в мире. Почему? Потому что врачи регулярно тестируют, и их там выявляют эту болезнь. Население не тестирует. Поэтому что должна была сделать власть для того, чтобы у нас была разработана вот эта как бы качественная эпидемиологическая модель? Она должна была с самого начала карантинных мероприятий начать проводить массовое тестирование населения и бесплатную или там почти бесплатную раздачу средств индивидуальной защиты. Вместо этого власть не сделала
сделал практически ничего. Таким образом, вот это сами эти карантинные мероприятия, они уже больше похожи на какой-то политический инструмент манипулирования общественным сознанием. И если так пойдет дальше, то, в принципе, власть может войти во вкус, растянуть это карантинное мероприятие на еще несколько месяцев. Что у вас было? Да, и причем самое интересное, что почему очень важна эта эпидемиологическая национальная модель, которая показывает динамику. Потому что на самом деле, как мой преподаватель когда-то говорил, знаете, справочник Стеля, да, то есть как бы потолок. Вот у нас правительство пользуется этим справочником Стеля. Почему? Потому что вот они говорят, мы там начнем с середины мая поступательный выход из карантина. А на основании каких данных они принимают такие решения? А если у нас, например, пик будет в июне или в июле? Профессор Стель, да. Вы правильно сказали. Да. Я... Просто повторное закрытие на карантин экономики нанесет вообще катастрофический удар. Дякую. Пані Олена, от власне пішло питання про те, що ми лідери, сумні лідери, по тому, що у нас найвищий відсоток захворюваності медичних працівників. При тому всьому чомусь не прийнято, але я таки скажу, що в мене теж багато знайомих лікарів, які кажуть, Руслан, при чому тут клятва Гіппократа, коли мене змушують гарантовано заражатися за 7 тисяч гривень? Може, це все ж таки, такий відсоток, це якраз тому, що люди не хочуть і не вірять владі, яка обіцяє то 300% додати заробітної плати, а не додає. І ще, будь ласка, ви як фахівець, мені пощастило, і нашим глядачам пощастило, кандидат наук. Скажіть, будь ласка, оці всі міфи, коли, будь-то, чи допомагає дійсно, може, ми такі маклауди, бо тому, що в нас в більшості населення є, скажімо так, прививка БЦЖ. Також... Підтвердьте або розвінчуйте міф, що ці сиренькі шматинки, які носять пенсіонери, які по собі є вже джерелом зараження, вони можуть врятувати від мікроскопічного, набагато менше навіть від розміру бактерії вірусу. Ну, да, спасибо за вопрос. Начнем сначала. Действительно, вот эти... Вот это каждый пятый больной, который является медиком, это, к сожалению, реальность, потому что они ПЦР-подтвержденные, они ПЦР-позитивные. Другое дело, что это действительно приговор системе. И под системой я сейчас имею в виду не только то, что мы имеем в качестве реформы, как бы в результате этой недореформы, но и то, что мы имели и до реформы. Например, наши абсолютно устаревшие стационары. Невозможность изолировать каждого отдельного пациента до того, как ты его протестируешь и поймешь, чем же он болен. Невозможность изолировать всех пациентов в отдельных палатах. На самом деле стационары, даже построение новых палат, это вот то, что нам сейчас очень-очень нужно было сделать еще лет 30 назад. Поэтому я думаю, что 20% заболевших медиков – это еще не наш, к сожалению, грустный предел. Может быть, их хуже и больше, поэтому, конечно, с этим надо что-то делать. Маски. Что касается масок, да, понимаете, маски – вещь, к сожалению, нужная. Почему она нужна именно в отношении… Спеку? Пока еще не маспеки. Все-таки ну, я, ультрафиолет знищує вірус, краще за будь-який дезинфектор. Правда. И мы поэтому очень рассчитываем, что коронавирус, как и любые острые респираторные вирусные заболевания, таки закончатся летом. Я думаю, что они закончатся по естественным причинам, а не потому, что мы все носим маски, стерилизуем руки. Нас... Влада будет пиартиться, будет ли то через Владу. Ну, да. Спасибо партии за это. Да, лето настало. Да, не без этого, конечно, но почему важны маски, любые маски, даже тканевые самодельные маски в отношении коронавируса? К сожалению, и мы уже вот на... общежитии Вишневом под Киевом подтвердили тот факт, что очень много бессимптомных носителей. Это даже не легкие формы заболевания, это абсолютное отсутствие клинических заболеваний, но люди вируса позитивны, и вирус распространяют. Поняла, ну туберкулезники купа между нами ходят. Туберкулезом заразиться намного сложнее. Да, он инфекционный, он опасный. Друге запитання. Міф про силу и потужність вирусу прививки БЦЖ. Ой, ну да, тут, конечно, все можно спекулировать, но лично я как микробиолог и немного ну, человек, обладающий какими-то знаниями в области иммунологии, очень не склонна считать, что БЦЖ панацея, что БЦЖ нам помогает, БЦЖ было давно, БЦЖ это ну, очень мягко. Но четыре, только четыре жінки с кількох сотень українок, які мешкають, лишилися в Італії, тільки чотири українки захворіли. Ну, других мы не тестировали. Я просто не знаю, сколько осталось, действительно, украинцев. Потому что они не захворели, не померли, на жаль, померли. Вот. То есть мы на самом 4. Деле, опять-таки, мы не знаем статистики. А я вам скажу другую интересную новость. Вот польская иммунолог-микробиолог подтвердила, по ее данным, хозяева котов, ветеринары, люди, у которых несколько котов находятся дома, практически не болеют тяжелой формой коронавирусной инфекции.
Тобто їх раніше адаптовані? Потому що у котов є другой коронавірус, він зовсім другой, він іменно кошачий, люди їм не болеють. Но тим не менее, він где-то дуже похож, наверное, з цим коронавірусом, він не викликає заболевання. Це, собственно, історія створення вакцини від оспи. Я как знал, что нужно котов. Коровича ніби віспа, а помогає людям. Раз, заводьте котів, взагалі, да. Коти це лайні, але пам'ятайте, що кіт шанує хату, а не господаря. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Ви в прямому ефірі. Здравствуйте. Я хотела ответить на вопрос, который вы задали. Действительно, мои некоторые знакомые потеряли работу вот, во время карантина. Их отправили за свой счет. Но они тут же нашли работу за такую же нищенскую зарплату, смешную. Вот. И я считаю, что вот эта зарплата, которую нам платят официально и даже неофициально, она именно для того только, что человек не умер, то есть человек работает за еду, вот, плюс еще коммунальные услуги. И в таком случае у меня вопрос к вашим экспертам в студии. Удалось ли им, благодаря их зарплате и должностям, заработать себе что-нибудь в виде там, жилья, квартиры? Или же, может быть, они знают такие случаи из ряда своих знакомых? Спасибо. Я зараз вам переадресую це запитання, але, пан Олексію, дійсно, колись ми це сприймали буквально ще півтора місяця тому, такий жарт, знаєте, мем ходив в інтернеті, що стосовно роботи, чи будете ви працювати за їду? Ні, тоді я прийду пізніше. І такий час уже, на жаль, настає. Ну, діло в тому, що у нас якраз, якщо ми послухаємо наших чиновників, вони на самом деле... Знаете, как-то фильм такой был «Кин-дза-дза», там такая фраза «Правительство на другой планете живет». Вот они живут на другой планете, они вообще не понимают проблем, которые существуют в экономике. То есть, если посмотрите ток-шоу, когда там выступают какие-то министры, они о чем говорят? Они говорят, они говорят о создании новых рабочих мест, например. Не понимая, что в Украине, например, найти работу, по большому счету, это не проблема. В Украине есть другая колоссальная как бы, проблема – это трудовая бедность. То есть в Украине те люди, которые работают, они бедны. То есть то, чего нет ни в одной как бы сопредельной с нами стране. То есть, ты, допустим, если ты едешь в Европу, у тебя есть работа, ты, в принципе, получаешь нормальную заработную плату. А трудовая бедность, на самом деле, это является колоссальной проблемой для экономического развития. То есть она, это как раз это источник трудовой миграции, это источник вот этого социального разочарования, это источник того, что люди как бы находятся в состоянии такой социальной апатии. То есть главная задача, которую правительство должно решать, это преодоление трудовой бедности. Потому что найти, допустим, работу на 3-4 тысячи гривен действительно в Украине можно. Но как прожить на эти деньги? Прожить на эти деньги практически нельзя. Но правительство у нас, к сожалению, этим не занимается. Допустим, посмотрим апрель месяц, чем они занимались. Они в разгар карантина, когда нужно было аккумулировать все фискальные поступления, в том числе для выплаты тем же врачам, они, например, взяли и как бы поменяли главу налоговой службы. Причем сделали это кулуарно. Мы же видели, как проводились на выходных днях. Ну, да, за день до завершения конкурса. Да, конкурса. Але, да. Як до економіста. А що нас взагалі очікує після завершення карантину в економічному сенсі? Дійсно дефолт так близько? Да, я просто как бы закончу мысль. То есть, как, если бы у власти было желание как бы, действительно решать проблемы людей, такие факты, они бы не происходили. Потому что вот эти вот кадровые изменения, они говорят о том, что просто есть желание поставить каких-то других людей на те или иные потоки. Посткарантинная экономика у нас будет еще в большем кризисе, чем мы находимся сейчас. То есть сейчас у нас это, в принципе, еще не кризис. Это как бы предкризисное состояние. Вот как раз на выходе из кризиса, когда нужно будет реанимировать уже и малый бизнес, и средний бизнес, который остановился, когда нужно будет реанимировать промышленные предприятия, вот тогда начнется настоящий кризис уже ближе к концу лета, к осени. Как экономист, порадьте нашим глядачам, так коротенько, будь ласка, что им треба зараз? Доллары, гривни, спирт, зерно, мило, что им треба зараз аккумулировать? Я бы, прежде всего, посоветовал максимально сократить любые расходы, которые не связаны, допустим, там, с основными функциями жизнедеятельности, да, семьи. То есть отложить какие-то там покупки, допустим, там, условно говоря, новый телевизор. Ну, когда будет дефолт, не дай бог, то тогда гроши теж не будут. Условно говоря, новый телевизор или новый холодильник можно будет купить позже. Да? То есть сейчас нужно максимально накапливать то, что говорят экономисты, подушка безопасности или подушка ликвидности. То есть, естественно, лучше это делать в долларах, а не в гривнах. Дякую. У нас є ще телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Ви в прямому ефірі. Добрий вечір. Це Віктор з Харківщини. У мене такий вопрос. От що я слухаю врачів, так вони спеціалісти в бюджетній сфері.
А от медицині, може вони такі ж, як і правительство, не дуже, як кажуть. Ну, суть питання, я зрозумів, що до вас чи орієнтуєтесь ви в медичній. Ну, до речі, для прикладу, мені теж заінтригувало. Ви ж дуже тісно працюєте з медиками. На вашу думку, медики після коронавірусу, чи не поїдуть часом, як тільки при найменшій можливості, їхати, власне, працювати медиками за кордон, бо там, бачу, дуже потребують? Вони поїдуть, вони їдуть. Они и ехали, и будут ехать. И, к сожалению, мы ничего сейчас не делаем, чтобы их остановить, чтобы поддержать их здесь, заинтересовать их. Кстати, не только зарплатами, но и очень интересными условиями работы. Это вопрос, опять-таки, материального оснащения наших больниц, наличие нового оборудования, наличие интересных проектов взаимодействия с теми же китайскими медиками. То есть, да, действительно, они поедут, и я боюсь, что вы правы, что после этого кризиса, когда мы его переживем, особенно Европа, особенно богатые, успешные страны осознают, насколько их медицинские системы недостаточны для их населения, для таких І якраз уточнення вже від мене запитання, бо ми бачили, що, по суті, там, де медичне обслуговування було, власне, як обслуговування, як соціальне благо, більш-менш гарантоване всім, і там по-іншому карантин і взагалі пандемія розвивалася, а там, де казали ті країни, які там приватна медицина, особливо там Ізраїль, Америка, Італія, Іспанія, Британія, зараз найбільше там халепа. І от ваша думка, медичний пакет в Україні, ну ці так звані медичні реформи, без медичного страхування. Що можна очікувати простий українець після коронавірусу? Від медицини, мається на увазі. Ну, от моє суб'єктивне відчуття, я спілкуюся з моїми колегами, особливо в Європі, у мене недавно був розмова з колегою з Шотландії. В Шотландії, якраз в Великобританії, система несколько похоже на то, что у нас было, на социально, на бесплатно, для всех, кому нужна помощь, он эту помощь получает, даже если человек не имеет гражданства в Великобритании. У них колоссальные проблемы с коронавирусом. Смертность колоссальная, госпитали захлебнулись, поэтому в Германии, где, в общем-то, она контрактная медицина, там социальное страхование, человек платит какую-то часть страхового взноса. Смертность там наинища, до речи. Да, поэтому на самом деле мне кажется, что это мало зависит от системы, скорее зависит от развитости врачей, о доступности системы для абсолютно всех категорий населения. Но все-таки социальная бизнес-активность. Не забывайте, север Италии, Нью-Йорк, Лондон, в России Москва – это мощные бизнес-центры с интенсивным пассажиропотоком, общениями, семинарами, конференциями. Там мы имеем эпицентры, вне зависимости от того, какие медицинские системы в этих городах и в этих странах. Ну, ми ще не знаємо, як піде пандемія, тільки починається в Африці і, скажімо, і в Південній Азії. Гаразд, ми йдемо далі. Президент США Дональд Трамп вкотре припустив, що COVID-19 поширився із лабораторії Уханя. Такої ж думки і держсекретар Майк Помпео. На його думку, Китай міг зупинити розповсюдження коронавірусу, але не зробив цього. Не переконує Трампа також і висновки розвідки США, яка оголосила, що COVID-19 не є штучно створеним чи генетично модифікованим. Американська адміністрація вже розробляє для Китаю санкції через коронавірус. Водночас Всесвітньої організації охорони здоров'я заявили, що Китай не допустив організацію до розслідування щодо коронавірусу і не надав дані з лабораторії в китайському місті Ухань. Пане Олексію, ви теж, я не сподіваюся, що ви не вірите в теорії заговору, але то, що дійсно там хтось продавав летючу мишу і другий її з'їв, ну ви вірите, що так випадково? На літу з'їв, причому, так? Не, ну дело в том, что то, что мы сейчас видим, на самом деле никакого отношения к выяснению истинных причин коронавируса не имеет отношения. То есть мы на самом деле сейчас стали свидетелями начала холодной войны 2.0. То есть это, если первая холодная война разгорелась между Советским Союзом и Америкой, сейчас мы видим, как бы, как разворачивается холодная война между США и Китаем. У этой холодной войны есть свои, как бы, глобальные предпосылки и причины. Они никак не связаны с коронавирусом. Коронавирус – это просто предлог. Точно так же, как для американцев наличие химического оружия было предлогом для вторжения в Ирак. Потом оказалось, что никакого там химического оружия не оказалось, ну, в результате. И американцы сами признали, что они принимали решение на основании неправильных данных. Поэтому сейчас Америка, как бы, полностью меняет свою
геополитическую политику в отношении Китая. Почему? Потому что Китай последние несколько десятилетий он воспринимался США как некий инструмент борьбы с Советским Союзом. То есть это они вкладывали туда деньги, еще когда был Советский Союз, для того, чтобы... Але и бактериальная зброя была, и лаборатория секретных да, была. Они вкладывали туда деньги в надежде на то, что как бы, Китай под воздействием как бы, рыночной экономики демократизируется да, и станет, как бы, начнет дрейф в сторону США. Но на самом деле этого не произошло. Сейчас поэтому они полностью сворачивают все инвестиционные программы, начались торговые войны, и коронавирус просто будет использоваться как один из факторов холодной войны. Но дело в том, что бактериологические исследования они проводятся во многих крупных странах. То есть и ни одна страна не будет просто так раскрывать свои лаборатории. И те же американцы никогда не пустят китайцев, например, проанализировать состояние их лабораторий. Ні, ну якщо можна коротенько, бо зараз ваша черга ваша візаві дати запитання. Але американські ті лабораторії бактеріологічні в Україні – це міф чи це правда? Ну, дело в том, что американцы, насколько я знаю, они сами признали, что как бы они есть, да. Причем самое интересное, что письмо было написано известным депутатом в офис президента, а ответ пришел из посольства США. Дякую. Ну, власне, вам дублю це питання. І я би вас попросив, вже скориставшись тим, що ви у нас в ефірі, оці найбільш поширені міфи, що будь-то там чесник чи помагає. От дивлюсь, зараз обвалилася ціна стрімко на оцей такий корінь, як ну. Жир, нет. Ні, це корінь, який там такий, як то, імбір. Імбір. І от ці такі найбільш поширені міфи. Чи правда, що вірус буде, ця кампанія буде до 2 років тривати? Ну, Трамп предлагав ще очиститель заливати в чоловіка. До речі, ви не повірите, але я просто, в мене 2 брати в Америці, і, власне, з братом позавчора говорив, дуже багато є отруєнь в Америці, які повірили, Трамп, президент говорить, що треба очисник пити, і вони, ну як, вживати. Отож, найпоширеніші міфи, да. Починаючи з того бактеріологічної лабораторії американської в Україні. Да, ну, если говорить о лабораториях, то я немножечко об этом знаю, потому что мы, в принципе, для нас не стало секретом для биологов Украины, что Black & Veatch есть в Украине. Это, отмечу, что это не правительственная компания, она частная. То есть на самом-то деле сейчас обвинить посольство США не очень можно, потому что, ну что, частная компания, это взаимодействие компании. Але коли є співпраця, наприклад, на рівні Львівської політехніки, наприклад, з кафедрою біологічних технологій, да, і ми розуміємо, що вони можуть використовувати для тестування біоматеріал нас, як біоматеріал. Вони його використовують, вони його колекціонують, вони його типують. Я точно знаю, що мікобактерії туберкульозу полірезистентні збираються цією компанією, і Україна не отримує, наскільки мені відомо, не отримує результати тестування. Тобто генетичне тестування, молекулярна епідеміологія має місце бути, але її ефекти, результати ми не знаємо. Таков був договор, на самом деле. Україні не жалко, Україна віддала цей матеріал, Україна не настаює на співпраці, на рівному партнерстві. На самом деле, отчасти виноваті навіть ті лабораторії, які зараз з Black & Veatch співпрацюють. Я знаю деяких колег, які з ними працюють, не треба, їм дуже хороші гроші платять за ці образці, і по великому рахунку, ну, научних амбіцій у них в цьому питанні немає. Потім лабораторії... Ймовірність зараження простих людей, я не говорю працівників лабораторії, простих людей від цих американские бактериологические лаборатории. Нехай и приватные. Я ничего об этом не могу сказать, потому что мы ничего не знаем об этих лабораториях. Но мы знаем, что компания Black & Veatch очень закрыта. Они давно в Украине. Они никогда в Украине не предлагали никаких, например, научных грантов на сотрудничество. Это всегда закрытое сотрудничество с определенными научными коллективами, которые они выбрали. Я пыталась с ними найти общий язык. Нет, они закрыты. У них свои внутренние приоритеты, какие мы не знаем. На их сайте нет никакой информации. То есть, по большому счету, мы не знаем, как они сотрудничают, что они делают. Это все только слухи, домыслы, общение с коллегами, но никакой официальной информации даже от коллег не поступает. И слухи, домыслы, будь ласка, развейте эти все мифы, какие есть у простых людей. Ну, да, действительно, коронавирус абсолютно неизученный вирус, и мы мало что знаем о том, чем его можно отпугнуть, но я как микробиолог, наверное, все-таки бы не советовала надеяться на лук, чеснок и прочее агрессивное... Витамины С, хотя, кстати, витамин С сейчас, насколько мне известно, используют в Италии для лечения пациентов на начальных этапах коронавирусной инфекции. Да, действительно, надежды мало, и учитывая, что цена взросла моментально на эти снадобья, я думаю, что это скорее действительно просто, ну, вот популярность, но не больше. Конечно, я бы не рекомендовала лечиться луком, чесноком и прочими пищевыми добавками, скажем так. А что тогда вы радите? Каким чином себя убезпечить? Потому что вы видите, что страшнее за вирус, виявляється, коронавирус, есть так называемый вирус паники, когда люди боятся один до другого доторкнуться. Ну, близкие люди. Паника – это, конечно, плохо, но мы действительно знаем по опыту китайской эпидемии, что до 90% случаев коронавирусной, тяжелых форм коронавирусной инфекции – это были семейные анамнезы.
Что бы там ни говорили, но действительно вирус распространяется в очень маленьких узких коллективах, в семьях в первую очередь. Поэтому, да, действительно, я бы не рекомендовала молодежи общаться с пожилыми родителями. Как бы это ни было грустно, но действительно молодежь часто переносит коронавирус, даже не имея никаких клинических проявлений. Да, действительно, социальное дистанцирование. Ну, это работает. Мы это видим сейчас по затуханию эпидемии в Европе. Как бы это ни было грустно, неприятно. Те же маски. Носить их неприятно, но ничего лучше мы пока не придумали для профилактики. Поэтому, к сожалению, я вынуждена подтвердить, что, наверное, маски, социальное дистанцирование и избирательность в проведении международных... каких-то общих будем собрать. Действовать эти маски? Нет, зачем? Я как раз считаю, что очень скоро у нас будет хорошая передышка, наступит лето. Я все-таки настаиваю на том, что коронавирус – это обычный ОРВИ. Кстати, у нас в истории несколько тяжелых волн коронавирусной инфекции, которая не вышла за пределы региона, где возникла. Так званая атиповая пневмония. Совершенно верно. 2002 года. Это первый коронавирусная волна. Потом были МЕРС. Кстати, по поводу пангалинов и летучих мышей. Ну, это все занозные инфекции. Мы это знаем. И... коронавірусы взагалі, вони в печерах, це ж завжди, вони дослідувалися. Да, але у нас просто є одна жіночка, вона редактор, і вона панічно боїться навіть продукти в супермаркетах, і вона кожну тоді вишеньку та виноградинку всю миє. Скажіть, будь ласка, чи можна тоді якось її заспокоїти? Ну, я думаю, что ничего плохого нет в том, что мыть каждую виноградинку. Я за то, чтобы все мыть, а может даже иногда и с мылом. В этом нет ничего плохого, ничего страшного. Единственное, что, знаете, иногда действительно паника страшнее болезни, поэтому если человеку становится легче от того, что он моет все с мылом, то пусть он моет все с мылом. Мне кажется, что это будет полезнее, чем бороться с собой, ничего не мыть и надеяться, что как-нибудь пронесет. Пане Олексію, до вас запитання, так як ви відповідаєте за напрямок політизації владою коронавірусу. На вашу думку, песимізм ви розділяєте стосовно того, що тепер влада буде, ймовірно, використовувати ці всі паспорти імунітету, дехто навіть каже чіпізацію, дехто каже потім, що ці всі соціальні дистанції для вирішення своїх, скажімо так, вузькополітичних завдань, наприклад, приймати непопулярні законопроекти, знаючи, що опору людського не буде? Ну, на самом деле, я хотел бы обратить внимание, что кризис в Украине начался еще до пандемии коронавируса. То есть сейчас власть будет пытаться объяснить экономический кризис влиянием как бы глобальных каких-то процессов. На самом деле, второе полугодие 2019 года, что мы видели? Мы видели падение промышленности. В начале 2020 у нас произошло падение ВВП, кстати, впервые с 2016 года. То есть мы уже в январе находились в экономическом кризисе, в экономическом бюджетном кризисе еще не было никакой корреляции как бы с мировой пандемией. То есть влияние на нашу экономику она еще не оказала. Поэтому сейчас у власти как бы очень удобный аргумент, почему все так плохо. Да? Вот они будут сейчас все списывать на пандемию коронавируса, на карантин, то есть они любые экономические проблемы и соответственно, пользоваться этого для проведения непопулярных решений. Почему? Ну, смотрите, закон о земле когда был принят? 31 березня. Да, как раз в разгар как бы карантина. Да. То есть одно из самых таких судьбоносных решений, стратегических решений, которые нужно было обязательно принимать, я считаю, уже после карантина, было принято именно во время карантина. И масса законов мы видим сейчас, которые пытаются протолкнуть именно на этих внеочередных заседаниях, которые тоже как бы не проходят общественное обсуждение. Пане Олексію, власне... Дистанціюємося, не говоримо про українську владу. Ви ж бачите, що такі самі антиконституційні зазіхання на демократію відбуваються в будь-якому демократичних країнах. Я маю на увазі так звану систему соціальних балів. Коли, скажімо, людям, ймовірно, запропонують, типу, ти маєш імунологічний там, якийсь там паспорт, що ти там проведеш всі карантинні, ці прививки, ми тобі вводимо якийсь там QR-код, грубо кажучи, на чолі, і ти робиш ці, як ми говоримо, і тоді ти маєш шанс, грубо кажучи, на якісь пільга. А всі інші, ага, хочете бути як індіанці в резерваціях? От просто ви ж не бачите, що весь світ іде, оця система соціальних балів, воно вже нам дихає у плечі. Ну, діло в тому, що це якраз те, що ви говорите, це біополітика. Тобто, от якщо ми вспомнимо там звісних футурологів, економістів, биополитика как раз это то, что сейчас формируется в мире под воздействием вот этой ситуации с пандемией коронавируса. Мировые элиты, они очень активно пользуются этой ситуацией для того, чтобы перезагрузить
перезагрузить экономическую систему, социальную систему, общественную систему, перезагрузить механизмы перераспределения благ внутри каждого государства. То есть это очень хороший предлог для того, чтобы обнулить счет мировой экономики. Да? То есть вот этот огромный пузырь, который надувался последние несколько десятков лет, чтобы он лопнул и произошло полностью обнуление всех там обязательств, которые имеют стороны друг перед другом. Дякую. Пані Олена, ви як кандидат біологічних наук, ваша точка зору на биополитику? Зараз так модно. Да, я с Алексеем, кстати, абсолютно согласна. И я тоже считаю, что это действительно уже просто перебор, да, что называется. Я совершенно не понимаю логику, которая уже несколько недель звучит из Евросоюза о коронапаспорте, или его как-то так называют, хотя бы с точки зрения иммунологии. Пациент, человек вот сейчас заболел, потом он выздоровел, но нет у него антител. Ну так докажи, что у него нет вируса. Так у него нет вируса сейчас, через неделю или через день он у него будет. То есть на самом деле, с точки зрения эпидемиологии в этом паспорте нет никакой логики, потому что он устаревает, как только ты его получаешь на руки. Вот, поэтому действительно очень похоже на то, что мир готовится к глобальному кризису и ищет, на что бы этот кризис списать. Але з іншого боку, пані Олено, ну якщо людина перехворіла і в нього є антитіла, а він мусить виконувати вимоги карантину, хоч він навпаки міг би послужити тим, що він же не заражається, і він міг би допомогти більше. А ми якраз не знаємо, заражається він чи ні. Я настаиваю на тому, що коронавірусів вже, можливо, несколько. Ми нічого не знаємо, наскільки імунітет напряжен. Є таке поняття напряженності імунного відповіду. Це означає, що, ну от грипом, за сезон можна заболіти мінімум 2 рази, а можна і більше. Даже на фоне вакцинации. Так что разные штаммы. Разные штаммы, слабый иммунный ответ, восприимчивость к вирусу гриппа чисто генетическая. Мы ничего не знаем на самом деле про иммунологию коронавирусной инфекции. Дякую. Нагадую нашим глядачам, активніше дзвоніть. Сьогодні у нас цікаве запитання. Чи втратили ви чи ваші близькі робочі місця? А ми йдемо далі. Півмільйона робочих місць для безробітних українців збираються створити в Кабміні. За тиждень відповідну програму мають презентувати. Карантин завершується, людям необхідно заробляти гроші, тому що ми на карантині прожили майже 2 місяці, і сьогодні ми маємо забезпечити людям можливість заробити кошти для того, щоб як мінімум мати на харчування, на утримування сім'ї. Тому не пізніше наступної середи ми презентуємо, де люди можуть знаходити роботу, де робота чекає українців. Нагадаю, з початку карантину офіційно рівень безробіття зріс на 36%. На сьогодні у службі зайнятості зареєстровано понад 120 тисяч людей. За неофіційною статистикою, кількість людей, що не мають роботи, зросла у 10 разів. Загалом, за оцінками уряду, в Україні близько 2 мільйонів безробітних. Нагадую, глядачам, триває наше опитування. Чи втратили ви чи ваші близькі роботу під час карантину? Активніше голосуйте. Телефон для голосування на екрані, а результати ми повідомимо в кінці цієї години. Дзвінки безкоштовні. Пане Олексію, якраз запитання чисто до вас, особливо зважаючи на посилання на службу зайнятості. До речі, чи є у вашому колі оточенні, чи знаєте ви хоча б один випадок, коли служба зайнятості допомогла знайти комусь працевлаштуватися? Ну, я таких случаев не знаю, но, может быть, они и есть. Знаете, я все задаю питания, никто не знал. Это, знаете, это как суслик. Видишь суслика? Нет, а он есть. Дело в том, что на самом деле я уже запутался в обещаниях нашего правительства и этого, и предыдущего в количестве новых рабочих мест, которые они планируют создать. Но правительство Гончарука... А неофициальным данным, что в 10 раз взрос уровень безработицы? Я думаю, что проблематика общерынка труда в Украине заключается в том, что в его специфике. То есть у нас, если посмотреть на наш рынок труда, он состоит из 3 примерно на равных частей. То есть это, например, официальный рынок труда, это более 7 миллионов штатных работников, которые официально зарегистрированы в компаниях там, с численностью штатников там, больше 10 человек. То есть это такой костяк как бы белой официальной экономики. Вторая часть – это примерно такая же по численности, это теневая или серая экономика, плюс самозанятые люди, например, предприниматели. Их тоже примерно 7 миллионов человек. То есть это, если брать и предпринимателей, и самозанятых людей, и тех людей, которые работают в серой экономике. И плюс примерно еще 4-5 миллионов трудовых мигрантов.
которые частично это постоянные трудовые мигранты, частично это сезонные работники. То есть у нас вот такой, как бы, три таких, знаете, как три олимпийских кольца таких своеобразных. Поэтому политика государства в этом плане, она намного усложняется, потому что это не стандартная европейская страна, где можно там на период карантина там всем людям, которые сидят на карантине, разбросать на карточки там какую-то финансовую помощь, где можно как бы все управлять как бы официальным рынком труда, потому что он составляет 90%. Поэтому у государства должна быть очень такая, как бы, многофакторная модель стабилизации рынка труда в Украине, которая охватывает и трудовых мигрантов, и... Аналогии Шмигаля, обіцяного Шмигаля, із таким персонажем історії, паном Гітлером, Адольфом Шекельгрубером, який в період, власне, економічного спаду сказав: «Я всім забезпечу роботу». Ну, Муссолини тоже строил дороги. На самом деле и Рузвельт в Америке во время Великой депрессии строил дороги. Ну, у меня такое впечатление, что наши чиновники, вот они пользуются каким-то одним, знаете, старым конспектом, который кто-то подарил им еще с 90-х годов прошлого века. Почему? Потому что, ну, я, когда еще учился в 90-х годах, я помню вот эта избитая фраза о том, что кризисы преодолеваются с помощью строительства дорог. На самом деле это такой, знаете, уже запыленный миф, за которым уже нет никакого реального экономического смысла. Да, в Америке действительно в 30-х годах прошлого столетия, времена Великой депрессии, там миллионы американцев строили дороги, но сейчас практически изменилось практически все. То есть изменилась структура экономики, изменилась технология дорожного строительства. Прежде чем такие делать заявления, нужно хотя бы посмотреть, сколько дорожное строительство занимает в структуре экономики. Сколько можно задіяти людей. Да, и сколько можно задіяти людей, совершенно верно. Пані Олено, але, власне, ми знаємо, що людина, яка працювала за кордоном, і отримала не менше 1000 євро заробітної плати. І так вона зараз вимушена буде до осені, ймовірно, навіть до осені чекати тут, в Україні. Чи погодиться вона працювати за тих 6000 гривень, які обіцяв пан Шмигаль? Ой, ну, все зависит от того, насколько у него, у этого человека, прочная финансовая подушка. Может быть, у него $1000 в месяц, но накопил он несколько месяцев. Я знаю людей, которые действительно живут от сезона к сезону. Это, собственно, весь наш Юго-Восток, наши так называемые огуречники, которые выращивают огурцы. Вот у них сезон полгода, другие там полгода, 5 месяцев, 4 месяца. Они сидят и готовятся к следующему сезону. Поэтому, ну, кто-то, наверное, согласится, кто-то нет, кто-то будет пытаться сбежать и опять устроиться на работу. Мы это уже сейчас видим. Уже несколько чартеров с зарубежчанами уезжают из страны, несмотря на карантин, несмотря на то, что эпидемия продолжается, ее еще никто официально не видел. Европа сама активно лоббиює наших зарубежчан, ну, вот, які в основі своєї законослухняні працюють. Тормозят прямо на взльоті. Да. Гаразд, в нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ви в прямому ефірі. Будь ласка, не мовчіть. Ваше запитання. Добрий вечір. Будь ласка, хто ви, звідки ви? Ізмаїл, пенсіонер. Я хотів включитися в вашу тему. Будь ласка. Ну, прослухаю вас, ви на різні теми говорите. Візьмемо про коронавірус, який ви говорите. І ви призиваєте, щоб діти як можна було віддалятися від батьків з-за того, що вони приболіли. Разве таке вчили коли-небудь? Наоборот, треба було присмотреть за пожилыми людьми, а вы призываете отдаляться. Потом вы призываете к тому, что, наблюдая, что творится несколько десятилетий у нас в стране, вы помните эпизод «Слуга народа», сериал, когда сам же Владимир Александрович зашел в Раду, расстреливал из автомата всю Раду, потому что так надо было. Вам не кажется, это актуально на сегодняшний день? Можно вам, пане Ізмаїле, вибачте, ви не представилися, можна вам задати запитання? Чи є ще дзвінок на лінії? Можна задати запитання? Я вас слухаю. Будь ласка, справа в тім, що я от позаминулого року подорожував зі своїми донечками, власне, Ізмаїл, Кубей, Вілкове. І мене цікавить, я там, здається, сільський голова, він такий молодий, перспективний, з Кубея. Він сказав, що там, ймовірно, 80% урожаю пропаде, і там може бути голод. Я не думаю, що ситуація в Ізмаїлі якась інакша. Ви не знаєте ситуацію серед фермерів і сільськогосподарських виробників? Там дійсно назріває голод? Так, звісно. Вполне реально, тому що, во-первых, на Україні засуха. Ви ж це бачите самі. Ну, так кажуть, що, власне, в буджавських степах це більш гостро. А на цю неділю видався такий дощ зі стихією.
Я зрозумів. І стисло те, що і було. До того, що нічого не вийшло. Зрозуміло. Тобто не було дощу, а потім така злива, що весь майбутній урожай. Пане економісте, мушу, пане Олексію, вам задати запитання в зв'язку з тим, що Україна, як виявляється, єдина в Європі, яка от ці термінали, так, портові в Одесі, працюють цілодобово. Тобто ми відвантажуємо пшеницю, в тому числі насіннево. Ну, дело в том, что это результат отсутствия как бы стратегии и экономической политики со стороны государства. То есть у нас, по большому счету, произошла оккупация государства финансово-промышленными группами. То есть у нас не классическое как бы государство, да, вот как-то один из там западных экономистов, он делил страны на там страны нации, страны культуры, а у нас как бы какой-то третий тип. У нас как бы экономическое государство, да, или государство, оккупированное финансовыми группами. Я задав аналогию. В такій самій ситуації, пам'ятаєте, був два листи РНБО, да, пана Данилова, що буцімто не продавайте спирт, не продавайте маски, бо у нас те саме чекає, і потім сказали, що листи просто не встигли розглянути. Да, смотрите, как бы любая страна сейчас в этих условиях этого кризиса, она заборонила, она формирует стратегический план правительства по трем направлениям. Это энергетический баланс, это продовольственный баланс, и это валютный баланс, да, то есть она пытается прекратить отток капитала, то есть денег из страны, она пытается прекратить отток продовольствия из страны и пытается прекратить как бы и решить вопросы с энергетической безопасностью. Мы видим, что по всем трем направлениям интересы государства практически не защищены, наоборот, они эксплуатируются сейчас той или иной заинтересованной группой. Например, если брать отток капитала, все действует, правительство действует исключительно в интересах наших кредиторов. То есть, ну, ви говорите, інтереси людей хіба не пошкоджуються, коли, скажімо, якийсь певний олігарх хоче підняти, конечно, вартість електроенергії, конечно, і він ініціює через своє лобі закриття всіх атомних реакторів? А разве это не інтереси людей не нарушаються, коли зараз мільярди доларів виводяться з країни на виплату внешніх, і в тому числі по внутрішнім кредитам государство платить? Коли можна було зараз провести реструктуризацію боргів, і ті гроші, які йдуть на виплату задовженості, направляють на стабілізацію економіки? Може, ми дочекалися, що Зеленський, так як в фільмі, його герой Голобородько пошли. Гаразд. Да. Ідемо далі. Антимонопольний комітет України нарешті взявся за епіцентр та нову лінію. В антимонопольному комітеті на 56-й день, тільки на 56-й день карантину, таки помітили торгівлю з забороненими товарами. Нацполіція склала навіть протокол. У антимонопольному комітеті чекають на чекають власне на ці наслідки, і відповідно ми можемо, цитую, вигідне становище відносно інших суб'єктів господарювання, неправомірна перевага над конкурентами. Якщо усе це підтвердять, як епіцент, так і нова лінія заплатять штраф у розмірі 5% прибутку за минулий рік. Це при тому всьому, що той самий антимонопольний комітет не бачив, що творить, скажімо, інший олігарх. Вам є можливість відповісти. Да, ну, я тут... Чому така вибірковість? Ой, ну тут, наверное, все очевидно, все понятно. Особливо, коли порівняти з МАО. Ну, это называется олигархат, когда сращивается капитал и власть. Вот я думаю, что все эти примеры, это как раз объяснение тому, что мы имеем в Украине. Вот это наш сейчас мейнстрим, наша политика, у нас олигархи есть, они решают, какую нам электроэнергию покупать, какие электростанции нам запускать, солнечные или атомные, технологичные. Они же решают, покупать ли нам все в эпицентре или в маленьких строительных магазинах, или на рынках, которые открыты, и которых точно вирус, риск инфицирования коронавируса намного меньше, чем в закрытом эпицентре. Поэтому, ну тут, подождем выводов антимонопольного комитета. Может быть, они нам что-то новое расскажут. Ви на цю тему, власне, бо тому що йде питання не просто там, що колись там зелена, так звані зелені тарифи, це була тема Клюєва, ну тому подібне, але йде питання вже якимсь чином починаємо боятися тої осені, і чи не будуть, ви як політичний експерт, чи не буде, не дай Бог, кривавих майданів, бо ще ж не приєднались до акції протесту підприємців так звані камуфляжні, в яких є так званий посттравматичний синдром.
Ну, на самом деле, как раз проведение эффективной антимонопольной политики, я просто вернусь к предыдущему сюжету, это является краеугольным камнем любых реформ в Украине. И заметьте, ни одна власть, которая управляла страной в последнее время, не проводила эффективную антимонопольную политику. Мы не видим ни одной даже политической партии, где пунктом 1 было бы проведение эффективной антимонопольной политики. То есть, мне кажется, что это вообще тема такая табуированная в нашем, среди нашей власти. То есть, все понимают, что как бы вот это сращивание политики и крупного бизнеса, оно, это та опухоль, которая уничтожает нашу страну. Что касается от штрафов, ну, я еще не помню. Ні, взагалі такого, вам запитання к економісту. Ефективність антимонопольного комітету, де ви бачили хоча б, що він картель, якийсь зговор, там, типу нафтопродуктів? Виписувати вони виписують, тут, щоб платили крупні олігархи, більші штрафи. Це великі 5% або 10% від річного обороту, це мільйони. Виписати вони можуть, але цей штраф потім буде похоронений в суді, де будуть це діло розглядатися. Це ж ще, як би, наверняка, проти тих, кого випишуть штраф, вони будуть оспарювати в судах ці рішення. Ну, суди нас незалежні. А що касається, кстати, енергетики, зараз взагалі ми наблюдаємо унікальну ситуацію. Ну, как бы власть, она перешла уже все внутренние красные линии, которые только можно перейти. Почему? Потому что, ну, мы все знаем, что Энергоатом — это крупнейшая государственная энергетическая компания, которую доила любая власть, которая была в Украине. Да? То есть она доила тот инфраструктурный потенциал, который еще остался у нас после развала Советского Союза. Потому что построить один атомный энергоблок — это несколько миллиардов долларов. Да? То есть можно посчитать, сколько у нас энергоблоков, какая вообще колоссальная инфраструктурная мощь нам досталась. И власть доила, но она никогда не переходила красной линии в плане доведения этой компании до банкротства. Вот сейчас в интересах одной финансово-промышленной группы фактически власть перешла эти красные линии. Она может довести Энергоатом до банкротства, если будет продолжать нынешнюю политику. А мы прекрасно понимаем, какие процедуры безопасности может выполнять компания банкрот. Да? Насколько она может обеспечивать безопасность своих объектов. Чего она взяли, что их гарантует. Да. А если телефонный звеночек. Доброго вечера, в прямом эфире. Будь ласка, відійдіть від телевізора далі і, будь ласка, хто ви, звідки ви і ваше запитання? У нас обмаль часу. Добрий вечір. Добрий вечір. Це вас безпокує Сан Саныч, Вінницька область. Вітаємо, Сан Саныч. Я... Поздравляю вас, Руслан, що ви мужественно, крепко держались і виграли. Я знаю, як це... Ще не виграв. Ще суд має бути 8-го числа. Ну, правда, після карантину дуже чуть... Головне, що мужественно тримаєшся. Дякуємо за підтримку. Дякуємо. Гаразд. Ну, це такий дзвінок підтримки. Хоч скажу вам, приємно. Такі дзвінки отримати, приємно, коли пізнають, але неприємно, коли нам, журналістам, пробують заткати рота. А зараз наступна тема. Проводити масові заходи до 75-річчя Великої Перемоги. Цього року дозволено тільки індивідуальне частування ветеранів. У столиці пропонують День Перемоги відсвяткувати у соцмережах та попередили про чергування поліції на вулицях міста. У Запоріжжі дозволили покласти квіти до пам'ятників, але групами не більше 10 людей і у масках. В Дніпрі готують лазерне шоу на стіні міськради, а у Харкові закликали мешканців підтримати загальноміську хвилину мовчання та взяти участь в акції «Безсмертний полк» на своїх балконах. Телеканал КРТ до Дня Великої Перемоги проводить флешмоб «Герой у моїй родині». Розкажіть, як ви пишаєтеся подвигом своїх близьких, які пройшли Велику Вітчизняну війну. Зніміть свою розповідь на відеокамеру, тримаючи в руках фотокартку фронтовика. Якщо ж ваш герой має можливість особисто поділитися своїми спогадами, допоможіть йому стати зіркою нашого святкового ефіру. Відеоматеріал, увага, до 2 хвилин, надсилайте на електронну адресу нашого телеканалу krt.peremoga@gmail.com або у наші месенджери Telegram, WhatsApp, Viber, Facebook, які можна знайти за назвою телеканал КРТ. 9 травня дивіться великий телемарафон та святкуйте 75-річчя Великої Перемоги разом з телеканалом КРТ. А зараз, як я обіцяв результати нашого телефонного опитування, отже, за час карантину втратили роботу 87% дозвонювачів.
Я навіть, у нас обмаль часу, буквально по 30 секунд вам і вам, прокоментуйте наше голосування. Ну, я думаю, что это голосование, оно больше более показательно с точки зрения восприятия нашими зрителями того кризиса, который сейчас разворачивается. Оно не репрезентативное, потому что нема там вікової, статевої виборки. Я думаю, что это скорее как бы люди, которые говорили «да», они скорее как бы озвучивали, возможно, частичную потерю работы, свои страхи потери работы. То есть, я думаю, это больше как бы показывает психологический фон, который сейчас есть у людей. Да, ну я соглашусь с Алексеем и, наверное, добавлю, что, наверное, это все-таки результат не только коронавирусного кризиса, но и того кризиса, который у нас начался уже несколько лет назад, обострился последний год с недобором бюджета, недобором налогов. Вот я думаю, что все это мы сейчас видим. Я, к сожалению, боюсь, что это еще не самые тяжелые цифры. Да, я думаю, что это не репрезентативные цифры. Тем не менее, наверное, звонили в основном люди, которые как раз потеряли работу и больше всего страдают от этой ситуации, поэтому... Наверное, будет точно не лучше в ближайшие несколько месяцев, но будем надеяться, что надія в конце тоннеля. Надія помирає останні, але коротенько відповідь так або ні. Чи очікувати треба нам і владі восени Майдану? Я думаю, що если політика... Так чи ні? Ну, если будет продолжаться та же политика, которая сейчас, вполне возможно. Я боюсь, что это вероятно. Дякую. Час нашої програми вичерпано. Це була прайм-аналітика. Усі наші програми ви можете подивитися на сайті телеканалу tvkrt.com.ua. Також долучайтесь до нас у Фейсбуці, Інстаграмі, Твіттері, Ютубі. Не перемикайтеся, попереду ще багато цікавого.